Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня на обзоре финская метал-группа Thy Sepant. Я не говорю black metal, потому что музыканты сами не относят свое творчество в этом проекте к black metal, а предпочитают называть его антихристианский dark metal. Но по факту, в плане музыки, мы имеем дело с самым настоящим финским black metal. А финский black metal — это всегда очень круто и очень мелодично. Поэтому я уверен, что и видео будет интересным. Друзья, но перед тем, как мы начнем ролик, не забудьте поставить лайк этому видео. Ну что, поставили? Тогда погнали! Изначально Thy Sepant — это проект одного музыканта Sami Tenets, и основан он был в 92 году. Sami выпустил две демки в 94 и 95 с довольно сомнительным качеством записи, о чем сам же говорит в своих интервью. Однако к 96 году, перед выпуском дебютного полноформатника Forests of Witchery, Thy Sepant расширился до полноценного музыкального коллектива. Sami оставил за собой только гитару. Forests of Witchery же в плане музыки представляет из себя в основном неторопливый и очень мелодичный блэк, а обилие клавиш, наверное, и придает этой работе некий привкус готического металла. Хотя и быстрые участки звучат довольно убедительно и мрачно. Но вся соль, я уверен, здесь именно в среднетемповых и медленных моментах, так как они наиболее атмосферные и цепляющие. Но вот знаете, словосочетание dark metal, наверное, и правда больше всего подходит для этого релиза. На альбоме всего 6 треков, и я смело могу рекомендовать их все к прослушиванию, даже инструментальную закрывашку. Следующий полноформатник Lords of Twilight вышел в 97 году. Я нашел одно англоязычное интервью 97 года, в котором Sami отвечает на вопросы о своем свежем на тот момент альбоме. Это интервью началось с описания Lords of Twilight интервьюером, которое звучит так: мрачный мелодичный металл, смешанный с преследующими клавишами, грубым вокалом и истинной зловещей атмосферой, циркулирующей повсюду. Новый альбом Lords of Twilight со старым демо-материалом, новым и переработанным материалом, выполнен в том же стиле, что и дебютный релиз. Музыканты хорошо постарались, чтобы вызвать ощущение хаоса. Музыка по-прежнему тяжелая, но теперь более интригующая, а эмоциональные, эмбиентные проявления на высшем уровне. И вот что рассказывает об альбоме Sami в этом интервью. Для нас важны и атмосфера, и эмоции, и агрессивная музыка. Мы также стремимся к тому, чтобы текст соответствовал нашей музыке, и поэтому Antti Littmanen из Babylos Hoss помогает нам писать материал. Его тексты намного лучше наших. Я хочу делать именно такую музыку, Thy Sepant. Это среднетемповый, мелодичный и атмосферный dark metal. Если я захочу заниматься какой-то другой музыкой, я создам сайт-проект. На самом деле, у меня есть идеи для двух проектов. Мне просто нужно найти для них время. Кстати, группа позиционирует себя как студийный проект. И вот один из интересных моментов, касающихся репетиций и записи, озвученной Sami. С момента последней записи, которую мы сделали в июне 96-го, у нас было всего 4 репетиции. И мы даже особо не репетировали. Мы только работали над вторым блоком. Форматником. О сочинении. Когда я пишу музыку, это довольно простой процесс. И я думаю, что это довольно легко и для других участников Thy Sepant. Thy Sepant обычно немного репетирует перед тем, как отправиться в студию для записи своего материала. И вы спрашиваете, как начинаются идеи и песни? Сложно сказать, они просто рождаются в наших видениях. Из значительных изменений в составе. На вокале здесь лидер проекта Sami. Christ Crusher, третий альбом группы, который вышел в 98 году. И вот этот релиз, наверное, можно больше отнести к классическому black metal, нежели к фирменному dark metal от Thy Sepant. Здесь и музыка более агрессивная, и тексты более прямолинейные, откровенно антихристианские. А возможно, все дело в том, что Antti Littmanen из Babylon Hoss не писал тексты для этого релиза. Хотя связь между альбомами группы все же чувствуется. Это по-прежнему Thy Sepant со своими мелодиями и прекрасным продакшеном.
И последняя на данный момент студийная работа The Serpent — это EP Dead 2000 года. Сказать, что я удивлен этим релизом, не сказать ничего. Вернее, удивил меня первый трек. Такое ощущение, что здесь была попытка соединения Dark Metal от The Serpent с Dead'ом. Но возможно, именно об этом нам и заявляет название релиза. А вот песня Wounds of Dead и закрывашка Паразиты — это уже более привычный материал от группы. Неторопливый, мелодичный Black Gothic, наверное. Ну, по крайней мере, я его ощущаю именно так. Однако Паразиты ближе к концу раскачиваются и своими мелодиями, особенно в гитарном соло и манерой вокала, очень сильно напомнили мне Amon Amarth. Хотя, казалось бы, с какого у The Serpent может быть что-то похожее на Amon Amarth. Интересно, что и третий трек Sleep on Oblivion, как открывашка, смачно приправлен Death'ом. Причем довольно агрессивным, с вокалом, стремящимся в гроул. В общем, это очень странный релиз, и я бы назвал его необычным для The Serpent. Но это круто, и если слушать EP сразу после дебютного альбома или Lords of Twilight, где атмосфера полностью обволакивает слушателя и после погружения в музыку остается так называемое музыкальное похмелье, то EP Dead просто взрывает мозг. В 2015 году Сами сказал, что музыканты записали 3 новых темы, получасовой материал, и выпустят их в следующем году, 2016. Однако на дворе уже 2021 год, а нового релиза как не было, так и нет. Но, как говорит Сами, торопиться им некуда. Группа на данный момент функционирует, и возможно, что новый релиз все-таки выйдет. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу на втором канале. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Deprice. Пока!